Здравствуйте, дорогие друзья! На врачебный форум обратилась девушка с такой проблемой. Она принимала длительное время анафронил и сероквель, но, видимо, лечила обсессивно-компульсивное расстройство, ей назначали. Но она самостоятельно в течение 5 дней по какой-то неведомой причине отменила препараты. И у нее развился, вот как она пишет, синдром отмены. Тошнота, рвота, головокружение, головная боль, потеря равновесия. Как себе помочь? Она спрашивает. Ей, конечно, дали компетентные ответы на этот вопрос врачи. Но я бы вот хотел бы что сказать. Как только вот мы слышим о так называемом синдроме отмены, вот мне как врачу, когда я это слышу, мне нужно обязательно терминологически это все охарактеризовать. Точнее, лучше так сказать. Дать этому некую клиническую оценку. Вот что с человеком произошло. И вот при всех попытках это сделать, даже при том, что действительно в инструкции упоминается, инструкции к анафронилу в частности, упоминается то, что при внезапной отмене, а она пишет, что в течение 5 дней, то есть не совсем внезапная отмена все-таки, может возникнуть синдром отмены. Но что это синдром отмены? И это нас приводит к такой области психиатрии, которая называется, в общем-то, наркология. Вот как ни странно, потому что только там мы можем найти такое состояние, такое болезненное проявление, как синдром отмены. В том числе при зависимости от лекарств. В том числе. То есть это все равно является итогом синдрома отмены. Или абстинентный синдром является итогом синдрома зависимости. То есть человек сначала впадает вот в эту зависимость, и если он в нее, что называется, вошел, да, то вот при таком прекращении, быстром или более медленном прекращении приема какого-то препарата, который вызвал у него зависимость, у него будет, да, тогда синдром отмены. Никакие другие варианты мне международная классификация болезней не предлагает, только вот кроме вот этой наркологической области. Все. Ну и соответственно, к чему я так вот долго подвожу? К тому, что при всем том, что нам фармацевты и медицинские представители и та профессура, которая читает лекции, которую какая-то фармацевтическая компания ангажировала для этого дела, да, они все уверяют, что зависимость ни антидепрессанты, ни нейролептики зависимость не вызывают. Ну, а почему тогда синдром отмены? Стоит закономерный вопрос. И вот эти компетентные, безусловно, ответы, которые дали на вопрос девушки, что же делать, они вот все склоняются к тому, что надо просто вернуть анафронил на место. Или там умеренную дозу анафронила верните на место. Ну, то есть вы снова войдите вот в это состояние зависимости, и тогда, в общем-то, все это уйдет. Ну, если очень взять грубую аналогию, не знаю, насколько она здесь вообще уместна. Если человек вот принимает алкоголь, у него сформировалась зависимость, он пытается отменить, у него возникает абстинентный синдром, да, то все эти абстинентные состояния купируются приемом алкоголя. Да, такое есть. В общем-то, обычно наркологи, конечно, против, но вот чтобы убрать какую-то угрозу для жизни, потому что и такое тоже бывает, да, иногда все-таки немножечко выпить алкоголя дают.
И что с этой девушкой? Ну, в общем-то, ей посоветовали вернуть анафронил обратно и просто более медленно отменять. В большинстве случаев это дает очень хороший эффект. То есть человек вот из этой зависимости, ну, прямо скажем, или в кавычках возьмем, он все-таки может выйти. В подавляющем большинстве случаев. Но то, что такое состояние возможно, мы должны иметь в виду. Вот что хотел сказать в данном видео. Благодарю всех за внимание.